Всем привет, это Данте, и сегодня мы продолжаем играть The Last Nightmare. А многие сейчас скажут: Данте, ты же прошел игру, зачем ты в нее вернулся? Ты же не тот человек, который любит открывать все концовки, да? Но я такой посидел, подумал. Ну, игрушка меня рыли, что-то звала, она такая: Данте, ну, пожалуйста, ну, пройди еще концовки, пооткрывай, ну, пожалуйста. Ну, а потом я такой подумал: хорошо, и вот. Так, давайте это пропустим. Давайте пропустим, я сказал. Вот. Так. Одну из концовок я примерно предполагаю, как можно еще сделать. Потому что чтобы открыть вроде как все концовки, нужно в этот раз, по-моему, зажечь все свечи. Хотя я точно не уверен. Но я сейчас чисто хочу попробовать провести такой экспериментик, да? Я, честно говоря, даже находил в стиме, чтоб наподобие карты. Так, отлично. Так, давайте зайдем. Так, окей. Пока сделаем так. И сейчас я зайду. Вот судья, вот, вы, конечно, это не увидите. Так. Окей. Вообще. В игре 5 раз ее надо пройти, да? Чтобы было весело. Так, окей. Сейчас я поставлю так все, чтобы мне было достаточно нормально видно. То сейчас будем. Похоже на батарею. Да. Так, я получил достижение «Неожиданно комфортная комната». Так. Ага, отлично. Просто мусор, сундук заперт. Окей. Ой, тихо. Если что, я пытаюсь сейчас открыть еще одну концовку. Для этого я пытаюсь вот немного так поизучать все.
И открыл достижение беспорядок в спальне. Так. Ну и следующее. Погнали. Тут надо... Еще будет, кстати, это мини-гайд по достижению, наверное. Хоть вы их, наверное, не видите. А? Несколько... Оба-на. Опаньки. А вот этот вот я в прошлый раз, когда проходил, не находил. Дом рыбака. Просто мусор. Темный коридор. Достижение получено. Так. Ага. Вот. Нож. Угу. Может, я смогу бы разжечь еще старую печь? Лучше не надо. Действительно. Тикс. На столе беспорядок. Пустая кухня. Достижение получено. Так, и сейчас будем сводить батарейки. Вот сюда вот. Аслиара ушка для клетки. Чего? Куда? Эй. Окей. Так. Теперь что здесь осталось? Tá bem escuro aqui. Здесь так темно. Боже, труп, она, кажется, новая. Será que essa maldição é referente ao monstro? Так. Preciso achar o resto desse papel. Mesmo que tenha que sair daqui. Просто ведро. Вода. Уж не садить в зеркало, лишь мысль о том, что здесь достаточно трудно пугать меня. Мрачная комната. Проклятый дом. О, два достижения. Так. Наверное, я уже получил эту ачивку. Да. Так. Окей. Так. Ну что же, давайте выйдем отсюда. Так, а сейчас я немного извинюсь. Мне надо кое-что почитать. Так, значит, что? Тайна раз полностью раскрыта. Получите лучшую концовку. Ага. То есть, чтобы получить лучшую концовку, мне надо просто весь дом обследовать. Так. Все записи, все тела. Сейчас это будет сложнее. Окей. Угу.
Ясно. Плохую концовку можно получить, если ты 20 минут будешь тут тупо стоять. Окей. Ну что же, сейчас будем ходить по трупам. Так, угу. Ужасный поступок. Так, еще смотрите, кстати, в сетива. Вот вроде бы все. Что, либо ничего не требуется. Так, ладно. Попробуем прийти теперь к водке. Здесь копать. Да-да-да. Ну, чтобы начать копать, мне нужно... А, чё? Этого не было. Этого тоже не было. Достижение Анна-Мария. Ага. Так, 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 все, надеюсь. Что за знаки это вообще? Что у меня тут в хате происходит-то, ё-моё? Какое-то землетрясение, ебого. Так. То есть, ага, 7 морей, достижение получено. Так. Ага. Больше ничего нету. Ну, типа нету. Текс. Фу-фу-фу. Это будет долго. Нудно. Местами скучно. Он быстро ко мне двигается. Тикс. Такс. Угу. Так. А как выйти с экрана, я забыл. А, и одна, по-моему, в за кустами где-нибудь лежала. Фу-фу-фу. А ты стебешься. А где же эти кусты-то были? Я не помню. Находил я, кстати, ну я уже говорил, что в Steam это карту этой местности. Там вот, по-моему, было показано даже, где все
Марии находится. Тикс. На остальной концовке, наверное, запишу как. Там, где надо тупо подождать, не совершая ритуал. Это я, наверное, вклею. Так. Мне еще нужен один. Так. Так, это не та Мария, которую я ищу. Какой-то куст был вроде бы. Или не куст. Возможно, и пусть. Что это вообще такое, я не понимаю. Так, ладно. Так, самое начало пути. Так, вроде на эскейп пауза, да? Да. Так, сейчас я извиняюсь. Но я забыл, где она находится. Последняя Мария. Так что прошу прощения. Ну, у меня, в принципе, игра пройдена. Так что... Так. Значит, от старта. Ага, все. Ясно. Так, вот он старт. Прямо. Как стоять? Вот. Так. Должно быть это орудие убийства. А где записка, которая как бы... Должна с ней быть. Ну а теперь прям до дома бежим. Там поставлю на паузу. Кое-что уточню. По-быстренькому. И начну делать. Так.
Во-первых. Что мне нужно? Так. Окей. Значит, мне нужно... Так. Тикс. Так. Так. Значит, получить лучшую концовку, провести ритуал перед этим, найдя все записки, смотря все тела, нажав на все предметы в доме. Так, перейдем к ритуалу. Так. Сейчас поставим картинку, потому что я уже не помню. Я играл давно, по сути. Тыкс. Самое белое сюда. Сейчас зажмем вот так, даже свитч. Даже снимок зажмем. Тыкс. Самым грязным сюда. Что, не так, что ли? Так. Ладно. Сейчас рассмотрим получше. Так, самое грязное. Повешенное. Ага. Это местами. Ага. Сайт, вам зла. Полученное достижение, тайность полностью раскрыта. Работники, используя легенду о Криспе. Это легенда о местном родителе, идет на мальчике, который жил со своей матерью в небольшом домике, изгрызенном недалеко реки. Будущий экспертом в искусстве рыбного и парням в детстве, у него была проблема с Криспием. Как его отец стал очень агрессивным, однажды да. И вот там оно там было тут похлёбкой скостей. Криспием набросился на сумаке и сбил ее до смерти. Но перед кончиной она прокляла Криспием вечным. Сказ полетев, вспомнил преступление, только водил с ним. O rapaz correu para o rio e acabou se afogando. Seu corpo nunca mais foi encontrado. Alguns relatam que Crispim agora é uma criatura deformada pelo grande ódio em sua cabeça. Так, открылось. Что, свободен типа стал? Я думаю, что все кончено. Существо наконец-то погибло. Может быть, это и был его план с самого начала. Может быть, он выбрал меня, чтобы провести ритуал и покончить с проклятием.
Mas porque ela simplesmente não me matou? А почему он просто не убил меня, как и других? Será que o monstro sofria com страдал ли существует за сияние? Вместо вопросов. Seja como for, esta longa noite finalmente termina. И os raios de sol que amanhecem o dia... Теперь это не имеет значения, это длинная ночь. Наконец закончилась и солнечный рассвет, теперь сияет сквозь лесной лабиринт. Para minha família. Não levarei este diário comigo. Pressentindo que alguém ainda possa precisar destas notas. Наконец я могу вернуться домой к своей семье. Espero que Crispim tenha conseguido encontrar a paz no perdão de sua mãe. Mas quem quer que leia este último registro... Я не буду закрывать этот дневник, я чувствую, что кому-нибудь понадобится и целюсь, надеюсь, я ошибаюсь. Saiba, sempre existe esperança. Assinado, Maria dos Anjos. Я надеюсь, Crispim обретет покой и прощение своей матери. Тому, кто читает эту запись, кто впал в отчаяние, что-то там не успел прочитать. И получил две достижения, пули Помпеаду и крылья что-то там. Так, ладно. Угу. Итоговые результаты побегов от зверя. 3. Время. 16 минут. Концовка. Отличный ритуал был завершен, и душа покоится 7 футов под землей. Навсегда, по крайней мере, это... этого, чего следует ожидать. Но придет, может быть, на иначе игры, что бы это значило. Да. Плюс еще, кстати, тут есть секретная концовка. Так, ну что же. Лучшая концовка показана. Теперь я почитаю, как делаются остальные концовки. Угу. Угу. Окей. Еще две концовки, а для одной мне, в принципе, ничего не понадобится. Так что вот. Ладно. На этом пока что все. Всем спасибо и всем пока. Встретимся в следующем моем видео.